Война между водителями и пешеходами длится не первый век. Уже почти сутки в интернете идет активное обсуждение видео, которое на мобильный телефон снял очевидец. В главной роли девушка-пешеход и автомобилист. Они оба не поделили проезжую часть в районе Эгершельда. Вернее, как видно на кадрах, девушка пыталась перекрыть дорогу и остановить своим телом автомобиль. Но терпение водителя иномарки быстро лопнуло. Он сбил бунтарку с ног. По словам очевидцев, хулиганок было двое. Одна из них в тот момент стояла в стороне. Для чего они решили проверить терпение автомобилистов, горожанам сейчас остается только гадать. Комментаторы этого видео разделились на два лагеря. Кто-то нецензурно осуждает поведение девушек, а кто-то критикует поступок того, кто был за рулем иномарки. О, тоже их видел. Они под чем-то были. Просто неадекватно вели себя. Если позволил столкнуть машиной, все же должен отвечать. А он, не боясь, свалил. Я бы не стала прикасаться своей машины каким-то, ну и оставлять их вседозволенность тоже нельзя. Он сделал так, не пострадала же она, зато ушла с проезжей части, в неположенном месте, кстати, находясь. Теперь всех интересует извечный вопрос, кто прав, а кто виноват. Ведь, казалось бы, и водитель нарушил, и пешеход намеренно спровоцировал автомобилиста. Этот инцидент лишь показатель морального поведения обеих сторон. Но все же следует помнить, что транспортное средство – это источник повышенной опасности. Алина Черненко, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.